Приготовим очень вкусную закуску – рулет из красной рыбы. Нам понадобится слабосоленая рыба, рис, сливочный сыр, маринованные огурцы и зеленый лук. Маринованные огурцы нужно натереть на крупной терке и отжать сок. Потом нарезаем мелко зеленый лук. Берем глубокую миску и выкладываем туда лук. Добавляем сливочный сыр. Маринованные огурцы. А также добавляем рис и все тщательно перемешиваем. Все, начинка у нас готова. Для того, чтобы тонко нарезать рыбу, нужно ее предварительно положить в морозилку. Таким образом, будет легче нарезать рыбу. Итак, нам нужно еще приготовить пищевую пленку. И на пищевую пленку внахлёст укладываем красную рыбку. В середину аккуратно размещаем начинку. Вот таким образом. Равномерно распределяем по всей площади. Итак, начинку мы выложили. Теперь аккуратно сворачиваем рулет. Оставляем его в холодильнике хотя бы на 2-3 часа и приступаем к дегустации. Получается очень вкусный, сочный рулет. Приятного вам аппетита!